что происходит после окончания зимнего периода, да, эксплуатации автотранспорта и поведения на дорогах водительского, водителей, любителей, профессионалов и так далее. С наступлением весеннего периода, как показывает статистика, всегда происходит увеличение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. То есть, почему происходит? Вот. Дороги в весеннее время становятся более открытыми. Вот. И водителям зачастую кажется, что вот, со сложных условий эксплуатации после зимы становится легче управлять автомобилем, то есть дорожное покрытие где-то сухое, вот, где-то открытое, больше ширина проезжей части. Ну и само по себе человека подталкивает на то, чтобы, допустим, увеличить скорость движения автомобиля. Да? То есть с точки зрения водителя это кажется, ну, безопасным, так скажем. Вот. Но как раз вот этот период получается у нас самый коварный.